Приехал на дачу и купил всякой разности. Персики, огурцы, молоко. А это, мне сказали, что это черный абрикос. Но он не черный, а какой-то непонятный. Даже он как на сливу немножко похож. Может, это не абрикос, а смесь абрикоса и сливы, если она бывает. Вот такой он, такой темно-бурый. Но я в цветах не разбираюсь и никогда не ел такое. 50 гривен килограмм. И сейчас я попробую, что оно из себя представляет. Так. Пахнет. Кстати, пахнет. Абрикосом пахнет. Так, а на вкус? Точно. Это смесь абрикоса и сливы. И больше даже за такой непонятный вкус. А косточку? Не знаю. Оно не сладкое, не кислое, не терпкое. А косточка как у полуабрикосовая, полусливовая. Больше даже на сливовую похоже. Ну вот так я на старости лет впервые в своей жизни попробовал черный абрикос. Надо теперь как-то его аккуратно уложить и довезти в город.